Лесники усилили охрану хвойного молодняка перед новогодними праздниками. Причина понятна – воспрепятствовать незаконной вырубке елей. На дорогах тоже будет контроль. Время от времени машины будут осматриваться. Незаконная рубка деревьев грозит штрафом гражданам в размере от 3 до 4 тысяч рублей, должностным лицам от 20 до 40 тысяч рублей, организациям до 300 тысяч рублей. Если нарушитель срубил ель при помощи, к примеру, бензопилы, то административный штраф увеличивается от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. При этом инструменты будут конфискованы. Если два дерева, то нарушение будет считаться уголовным.